А вот и Роман, тот самый. И с ним главный показатель его перемен в жизни. Он не знает, что я его снимаю сейчас. Но вот это его машина. Вот это его машина. Новая машина, вторая уже. Вот эта машина. Привет. Я тебя ждал. Это, говорят, твоя машина? Да. Сегодня 2 года, как я работаю, Роман, в бизнесе. И один из показателей перемен, которые происходят в жизнях людей, как показатель результативности бизнеса, это вот, ну, в частности, автомобиль. Что ты можешь сказать о этой машинке? Машина, конечно, крутая, да. Жалко по такой грязи ее возить, но никуда не деться. Весна, все тает. Ну, а что в ней крутого такого, особенного? Ну, совсем другая машина, чувствуешь себя уверенным за рулем. И вообще... Давай глянем, открой дверцу, я гляну. Ну, смотрите, например, вот машина сейчас заперта. Чтобы мне ее открыть, мне не нужно никаких ключей. Я просто подношу руку, и вы сейчас услышите этот звук. Все, есть. Машина открылась. Сама? Сама, да. Сажусь в салон, и тоже не доставая никакого ключа, нажимаю просто кнопку «Старт». Машина просто знает, что рядом с ней водитель, и как бы, если вы сами сядете и нажмете на кнопку, она не заведется. Вот это да, да? Да. Свет автоматически включается, выключается, дневной, и, вернее, дальний свет. Прямо на лобовом стекле проекция скорости. То есть едешь на трассе, не нужно отвлекаться, смотреть прямо на лобовом стекле, прямо на дороге, циферками. Подскажи, честно, хороший у нас бизнес? Крутой. Классная машина, хорошие перемены. Я желаю вам удачи. Мы поехали на специальный тренинг.